Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Phantom Lancer, его название Jewels of a Teardrop Ice. Ну и давайте рассмотрим модель нашего ПЛа. Вот такой котейкой боевой. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Это самый последний и, пожалуй, самый удачный сет на Phantom Lancer. И плюс данного комплекта, ну как бы не плюс, или плюс. В общем, этот сет уже стал доступный для всех, в принципе. Мне данный комплект нравится из-за вещей данного комплекта. Модели выполнены, на мой взгляд, на высоком уровне, и текстура этих вещей тоже на высоком уровне. Вот у нас везде у Phantom Lancer присутствуют камни вот такие голубые. В сете написано, что это слезные камни. Легенда какая-то про них есть. Ну, мне нравится, в общем, этот комплект. Данный сет состоит у нас из 4 частей, 2 рарок и 2 анкомонок. Ну и давайте посмотрим, как выглядит ПЛ в игре. Вот такие Phantom Lancer. Довольно сильно различающиеся. Ну вот, вещи у нас совершенно другие, абсолютно разные. Нравится вот эта мне пика. Слезными камнями. Очень симпатично. Потому что стандартная пика довольно скучная. Хотя довольно красивая при этом. Вот смотрите, здесь такие узорчики классные. Давайте ближе вот так посмотрим. Так, Phantom Lancer выглядит с одной стороны. Сзади они выглядят у нас вот так. У нас у Phantom Lancer имеется вот такой мощный брейсер. По сравнению со стандартным, он такой очень крутой. Вот эти симпатичные накидки тряпочные. Ну, не как настоящие выглядят, но выполнены они очень здорово, на мой взгляд. Что хотел бы сказать еще? Ну, давайте вот с этой стороны посмотрим. У нас имеется здесь такой защитное плечо. Опять же, из слезного камня. Ну и что касаемо иконок наших Phantom Lancer, они у нас абсолютно одинаковые практически. Ну вот, сетовый Phantom Lancer и стандартный Phantom Lancer. У нас только плечо здесь видно. Кстати, вот мне кажется, было бы неплохо, если в сеты добавили изменения головы. Ну, прическу там, бороду поменять. Мне кажется, это было бы неплохо. Так, ну это у нас все изменения, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!